Всем привет! В Кривом Роге плюс 8 сегодня. Все растаяло, везде капает, шел дождь. Грязь. Хочу показать руколу. Она, конечно, замерзла. Но, тем не менее, отдельные листики вон есть. Если надо, на салат можно насобирать. Но где большие были кустики, они подмерзли. Эта свекла маленькая, я ее просто бросила, не хотела забирать маленькую. И она вон свежая лежит. В общем, со свеклой ничего не случается. И кинза, смотрите, какая. Была замороженная, отморозилась. И красавица. Сельдерей. Тоже зелененький. Петрушка. Это немножко потрепанная. Надо будет обрезать ее хорошо. Но петрушка вот с этой стороны. Зеленая. Вот большой куст. Здесь можно выбрать. Так что зелень в порядке осталась. Испортилась форма вот этого можжевельника. Он был подстрижен, стройненький, как елочка был. Ну, теперь вот так. Там висит, там отпало. Ну, это уже будем поправлять весной. В течение зимы еще дальше неизвестно, что будет происходить. Так что все остается до весны вот так, как есть. Не очень приглядно. Но зима есть зима. А вот этот можжевельник скальный, высокий он. Он вот здесь лежал. Просто лежал на земле. Я снимала, там есть видео. Вот так веревкой привязали к забору. Теперь стоит. Но этот не трогали, он сам поднялся. Ну, не очень, может, я еще привяжу его немножечко к забору. Но пока будет так стоять. Я довольна, что хоть этот привязали и подняли вообще с земли. Сходила в АТБ, похвастаюсь покупками, все по акции. Даже хлеб по акции, какой-то свежевыпеченный. Там отдельно этот хлеб лежит. Но он был по акции, наверное, вчерашний. Вчерашний это и хорошо, полезнее для пожилых людей. Пшенично-житний. Пшенично-ржаной хлеб. Сахар купила свой любимый. Авокадо тоже по акции, кстати. Кофе Якобс люблю пить. Да знаю, не полезно. Купила тоже по акции. И вот впервые купила какое-то богатство природы с экстрактами шиповника и облепихи. Шипшина та облепиха. Состав простой, цикорий розчинний, ну вот розчинний это, ну, кофе розчинний, цикорий розчинний, понятно, цикорий розчинний, порошкоподібний екстракт шипшини 1%, і екстракт обліпихи 1%. Ну, не знаю, понравилось, що облепиха і шиповник. Не думаю, что это очень полезный напиток. Не доверяю вообще вот этому всему. Вот этому всему. Не доверяю. Но купила, попробую. Не купила облепиху. Дорого была, продавалась. На рынке бабушка продавала. И жалею, надо было купить облепиху, купить шиповник в аптеке. Заваривать и пить. Мяты добавить. Вот это дело было бы, лимончика добавить. Ну, а это такое. В общем, купила. Скупилась по акциям. Экономия бешеная. Хлеб еще не пробовала. Надеюсь, будет вкусный. Первый раз купила. Хороших всем покупок. Всего доброго. В АТБ больше купить как бы почти и нечего. Можно сказать.
Ну, такое больше люблю на рынке покупать у бабушек продукты. А вот такой товар можно купить там. Хотя, наверное, не нужно. Будьте все здоровы. Мира и добра.